Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 21 ноября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Михаила, Гавриила, Павла. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня же Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика протоиерея Павла Анисимова. Отец Павел родился в 1891 году в селе Четыре Бугра в Астраханской губернии. Отец и дед его были священниками. Павел окончил Астраханское епархиальное училище и Астраханскую духовную семинарию. В 1912 году он женился и принял сан священника. Супруга отца Павла Мария Вячеславовна была выпускницей высших женских курсов. Вскоре у них родилась дочь Надежда. Отец Павел не оставил своего стремления к богословскому образованию и поступил в Казанскую духовную академию, которую закончил в 21 году. Во время обучения он жил при академии вместе с женой и дочерью. Вскоре у них родились два сына-близнеца, один из которых умер во младенчестве. Отец Павел хотел посвятить жизнь изучению святых отцов, мечтал заниматься научно-богословской работой. Но после окончания академии молодого священника направили на служение в станицу Ладожская Краснодарского края. Это было начало 20-х годов. До места служения священнику с семьей пришлось добираться с большим трудом. Чаще всего шли пешком, терпели голод. В дороге умер второй сын отца Павла. Кубанские казаки встретили своего пастыря в станице Ладожской не очень-то приветливо. И хотя приходскому священнику дали надел земли, лошадь, корову и двор, но вот научиться вести крестьянское хозяйство молодой семье образованного священника никто не помог. Мария Вячеславовна, дочь московского протоиерея, окончившая в Москве одно из лучших учебных заведений, самостоятельно училась справляться с хозяйством, ухаживать за коровой, свиньей, выращивать овощи на огороде. Даже когда телилась корова, все молчали и исподволь наблюдали, как с этим справится священник с матушкой. Хозяйство удалось наладить только к концу первого года жизни в казачьей станице. В семье родился четвертый ребенок, сын Георгий. В конце концов, отцу Павлу с матушкой удалось завоевать уважение своих прихожан, для которых церковное служение священника было не так важно, как его способность ведения хозяйства. 4 года отец Павел окормлял свой казачий приход, служил в храме, крестил, венчал, отпевал, напутствовал. В 25-м году советская власть закрыла храм в станице Ладожская. Отец Павел с семьей вновь был вынужден куда-то ехать. Кроме того, отец Павел был лишенцем, и семья не получала продовольственных карточек. Тесть отца Павла, протоиерей Вячеслав Сальертинский, пригласил его к себе в храм регентом. И отец Павел стал служить в московском храме Введения в Черкизове. Вскоре он получил место священника в церкви на Введенской площади. Однако здесь он прослужил менее 3 лет. Храм решили сломать и построить на его месте клуб. В 29-м отец Павел стал окормлять Покровскую общину сестер Милосердия в Покровском храме в Рубцове. Одновременно он служил в расположенном рядом храме святителя Николая. Вскоре его арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. Обвинялся священник в том, что возглавлял нелегальное сестричество, занимающееся на религиозной почве антисоветской деятельностью. За 1 год отца Павла арестовывали 3 раза, но потом освобождали. На Лубянке священнику предлагали отречься от сана и стать счетоводом на заводе. 3-й арест был особенно жесток. В доме все перевернули вверх дном, отрывали обои, вскрывали полы. После обыска отца Павла, заломив руки назад, увезли на Лубянку. Жена и дети думали, что видели его в последний раз. Но наутро он пришел домой. Оказалось, что этот арест делали стажеры для практики. Забавлялись. Последним местом служения отца Павла Анисимова стала церковь Рождества Христова в Измайлове. В 1937 году его арестовали в 4-й раз по обвинению в контрреволюционной антисоветской агитации. После ареста семья 50 лет ждала отца Павла, ничего не зная о его участи. И только после этих десятилетий сын и дочь священномученика узнали, что он был расстрелян на Бутовском полигоне 21 ноября, почти сразу же после ареста. Дети отца Павла оставили о нем замечательные воспоминания. Он учил своих детей не роптать и не завидовать,
а оглянувшись вокруг, всегда считать себя счастливыми и надеяться на помощь Божию. Счастье, по его разумению, это способность человека ценить то, что дано ему Богом. Один батюшка поделился своим приходским требным опытом. В один день ему пришлось отпевать трех человек. Еще священник, конечно, замечательное служение, никогда не расслабишься. И рад бы сосредоточиться на жизни житейской, ну так для себя пожить. А тут мертвый человек, и вновь становится все на свои места, что жить-то нужно, как колесико крутится, одной точечкой на земле, а все остальное в небо. Ну, потому что очень уж короткая она жизнь, и так много нужно в ней еще успеть. И вот батюшка рассказывает. На первом собрались местные, ну, районные гопники. То есть, когда они когда-то были гопниками, когда еще сам батюшка был школьником, они трясли население, отбирали деньги. Батюшка вглядывался в постаревшие лица и вспоминал события прошлого. Они пришли хоронить своего сверстника, друга, побитые, кто на костылях, без ноги, кто потертый, кто вполне в приличном виде. Смотреть на них было не только интересно, но и отрадно. Как они живут теперь, неизвестно, но ведь пришли в храм проводить друга в последний путь. Как-то стояли и молились. Может быть, это наследники разбойника, висевшего рядом со Христом, или мытаря. На втором отпевании внесли в храм еще молодую женщину. Умерла внезапно. Мама громко плакала, срываясь на невменяемую истерику. Ум помрачился, наверное. Перекрывала своими рыданиями, причитаниями слова молитвы и увещания родных, которые пытались ее успокоить, не помогали. Потом она распрямилась и произнесла: «Как Бог посмел отобрать ее у меня? Не верю я в Него, и это не моя дочь». На этом отказе от Бога и даже от умершей дочери отпевание закончилось. На третьем отпевали ветерана Великой Отечественной войны, седого старичка. Среди прочих родственников стоял молодой человек, который держал большую подушечку с орденами и медалями. Наград было очень много. После отпевания священник подошел и спросил: «Вы внук? Правнук? Гордитесь прадедом. Светлая ему память». Это было действительно светлое прощание того, кто в жизнь прожил за други, за родину, за детей, внуков, правнуков. Кому Господь дал возможность эту жизнь правнуков увидеть и получить уважение от потомков. Мало кому так удается прожить и умереть. Ну и в этой связи каждый может призадуматься. Ну вот, умираем. Какая она память? Кто вообще соберется? Кто будет молиться? Кому нужны будут все наши чаяния, потуги, суета, беготня? Человек в каком-то угаре все время летит по жизни. Но вот сегодня вечером предстанет душа пред Богом. А ведь это вполне вероятная ситуация. Вот. Смотрим, там человек ушел, тут ушел, а тут молодой ушел. И вроде как, какие молодые умирают. Ну, а сами-то ведь уже и не молодые. Да и если и молодые, смерть она же особо не избирает, приходит тогда, когда нужно. И вот предстанем пред Богом. О чем наша душа будет переживать? С кем она встретится? Ну а встретится она как? Подобное к подобному. Что в человеке? В избытке.
Любовь, радость, мир, кротость, милосердие, благость, воздержание или обратные свойства. К сожалению, чаще всего человек себя не знает, не знает себе цены, пребывает в иллюзии по поводу себя, своей жизни. Многие так говорят: я только добро и делаю, зла никому не делаю. Очень поучительный день в жизни священника. Ну и через это каждому из нас лишний раз бы позадуматься. Как преподобный Серафим говорил, человеком нельзя назвать того, кто не задумывается над вопросом: «Господи, а как мне умирать-то будет?» И помогай нам всем, Господь.